А пока к другим темам дня. В ближайшие дни охранникам одной из строительных фирм Ангарска должны начать выплачивать деньги. Задолженность перед людьми составляет около 10 миллионов рублей. Коллектив уже 4 месяца не получает зарплату. Предприятие, на котором сотрудники работают, признано банкротом. Сейчас назначен конкурсный управляющий. Под его руководством распродается имущество. Эта процедура уже позволила получить 4 миллиона рублей, 2,5 из которых поступили на счета компании. И это официальная информация от правительства региона. Также сообщается, что в ближайшее время эти деньги пойдут на погашение долгов перед людьми. Полностью рассчитаться с работниками обещают до 1 февраля 2016-го. Но до самих сотрудников, их почти 400 человек, эту информацию пока не довели. Одни говорят, якобы по 1000 сбросят, заместитель наш сказал, ему звонили. Кто-то говорил, еще вчера-позавчера якобы по 5000 скинут, но сегодня звонили, сказали, вообще ничего не будет. У многих заболели дети, девчонки на больничный сели, плакали, просили, звонили в бухгалтерию нашему начальнику, дайте немного денег на лекарства, нету денег, ребенок заболел. Нету денег, весь ответ. Не получают зарплату уже 4 месяца, и сотрудники строительно-монтажной организации в Ангарске, около 400 человек, доведены до отчаяния. И сегодня они провели встречу с руководством, где людям сообщили, организация, чтобы выплатить долги, берет кредит, и средства должны поступить на карточки в понедельник или вторник. Долг перед каждым человеком составляет от 150 до 300 тысяч рублей.